Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 июня 2023 года, и я продолжаю обзор новых поющих книг нашей замечательной ожившей поэзии. И сегодня героем программы будет молодой талантливый поэт Елисей Липатов. Мы уже делали два обзора книги, которая будет называться «Елисей Липатов. Ожившей поэзии». И это у нас уже третий обзор, раздел первый. И в этот раздел включается три шедевра ожившей поэзии нашей книги. На данном случае три шедевра Елисея Липатова, ожившей поэзии. Давайте послушаем, какие композиции здесь мы выберем. Мы с вами уже, я уже нажал, а вот здесь комментарии отключены, но вот мы нажмем еще и найдем, что в этом цикле у нас есть интересного. Вот три шедевра. Но, по-моему, «Птичий путь» мы показывали. Давайте покажем сейчас «Первый учитель». Посмотрим немножечко эту композицию. Музыка исполняет все самое. Когда-то вы встречали нас на этих каменных ступенях, не провожали в первый глаз, не в тихий солнечный осенний. 4 года миновали, как 5 дней пролетев, мы незаметно возмужали. Елисей Липатов, «Я твой сын, Россия». Thank you.
Остановим это обзор все-таки и вернемся к книге. Книге Елисея Липатова, точнее, к рукописи книги Елисея Липатова о жившей поэзии. И посмотрим, что у нас здесь дальше есть. После этих трех шедевров у нас идет раздел второй. Концерты с композициями на стихи Елисея Липатова. Ну, давайте вот возьмем первую часть этого раздела, нажимаем на ссылочку, попадаем на YouTube, и здесь мы можем просмотреть концерт, который включен в книгу, какие здесь поэты, какие здесь произведения нашего героя Елисея Липатова. Давайте посмотрим. Вот Елисей Липатов. «Зима пришла». Давайте послушаем немножечко. Запись плохая, поищем еще, что здесь интересное есть. Ну и у нас идет запись на запись, поэтому, к сожалению, плохое качество записи. Давайте послушаем «Душа поэта» на стихи Константина Челлини. Oh,
кстати, видео здесь мое из картинок в интернете. Дальше посмотрим, что здесь еще есть интересного в этом концерте. Благословляю, полюби на стихи Виталия Шестакова. Давайте послушаем. Точнее, к рукописи нашей книги. Книга будет месяца через 2-3, а может быть даже позже, потому что возможно, что не я буду издавать книгу, а Елисей Липатов. У него лучшее издание, у меня качество книг не очень высокая, потому что у меня очень много книг. И книги я издаю в основном на свои деньги. Это у меня не хватает средств, чтобы сделать качественные книги. Следующий концерт поэтов имена. Вот видите, концерт 111, в котором тоже должны быть произведения нашего героя. Давайте посмотрим, что здесь есть и на стихи Липатова, и что здесь есть интересного в этом концерте. Давайте. Вот вы заодно научитесь, как быстро просматривать наши произведения. Вот здесь есть, видите, Алексей Фатьянов. Давайте немножко послушаем Алексея Фатьянова для разрядки, моего любимого поэта. 3 года ты мне снилась. Стихи Фатьянова, музыка Богословского в моем исполнении. Давайте немножко послушаем. Сын, сын, сын,
поэтому приостанавливаем, ищем то, что еще. Что еще здесь есть? Что еще здесь есть ли Елисей Липатова? Давайте посмотрим. «Царица-лебедь». Давайте послушаем Елисея Липатова. Музыка исполнения Самуила Фромовича везде, кроме вот указанных. Посмотрим еще кого мы здесь послушаем в этом концерте. Послушаем Верону Шумилову «Новогодняя ночь любви». Немножко.
возвращаемся к рукописи книги и смотрим, какой еще концерт здесь у нас есть в книге с произведениями на стихи нашего героя Алексея Липатова. Вот здесь. Давайте нажмем на основную ссылку и посмотрим, какие здесь у нас композиции интересные на стихи Липатова и его коллег по творчеству. Нашей жившей поэзии. Вот Лара Фабиан, замечательная композиция, достойный коллега, точнее, поэтесса Флеша Раевская, а композиция называется Лара Фабиан, музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Давайте ее послушаем. На стихи нашего героя Елисея Липатова. Композиция называется «Родному городу». Кстати, Елисей Липатов, мой земляк, я тоже жил раньше в городе Чехов Московской области. Мы как мечта,
приостанавливаем и возвращаемся к нашей рукописи. Нашей рукописи. Смотрим, что у нас еще здесь есть. Какие концерты мы включили в книгу с участием Елисея Липатова. Давайте вот нажмем его сюда и посмотрим. Сейчас я приостановлю и посмотрим, что мы здесь выберем. Да, это моя ошибка, здесь тот же самый концерт. Но давайте, раз мы сюда зашли, то послушаем Светлану Шиманскую «Откровение ангела-хранителя». Обычно заканчиваем мы обзоры новой композиции героя нашего выпуска. Для этого мы сейчас войдем в плейлист Липатова. Сейчас мы найдем плейлист Липатова. Вот он, плейлист Липатова. Вот, видите, Елисей Липатов, оживший поэзии, у нас 112 видео здесь. Ну, вместе с обзорами, с концертами. И я заканчиваю обычно новые композиции на стихи Липатова в данном случае. Давайте послушаем замечательную композицию, которая называется «Им». Стихи Липатова, музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Елисея Липатова. Композиция называется «Им». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Thank you.
воплоти. Милый слова, их так приятно слушать, но пустота усилит груди. Милые слова, их так приятно слушать, но пустота усилит груди. Они влезают медленно под кожу, созвучья мысли, сладостный нектар. Ты обличаешь собственную душу, но получаешь под ребром удар. Ты облегчаешь собственную ношу, но получаешь под ребром удар. И сучки три души ненавидели, в них жизни нет, нету доброты. Сердцею они способны видеть, ломай веры в духе цветы. Лишь сердцею они способны видеть, ломай веры в духе цветы. Невыгранное поле, она всегда мудрее во сто крат. Любовь сердец сильней Божья воля, всем по заслугам аккурат. Любовь сильней сердец и Божья воля, всем по заслугам выдаст аккурат. И на этом, друзья, я заканчиваю. Это был обзор рукописи книги Елисей Липатов, «Вложивший поэзии», часть третья. Спасибо за внимание. С вами был Самойлов Румой. Всего вам доброго. До новых встреч.